Ладно. Фанка спекнешь? Нет. Почему? Нахуй надо. Справедливо. Блять, об еще одну? Куда еще, блядь? А какое? Короче, не будет, да, твинов, типа те, которые отдельно лутают. Ладно. Смотри. А если будет, например, ты сходил в один рейд одним, другим, ну, короче, твинком, как это ты... будет? Большой идет. Я говорю, как, если это гильдейский рейд будет, как тогда будет начисляться ЕП? В два раза? ЕП не будет начисляться, тебе же сказали. Да, за второй рейд просто его не будет. Будет консул лут полностью и без ЕП. Вот что я понял. Но тебе уже не суждено. Ой, сежи. Нихуя себе. Нихуя себе. Топтало. Такое предложение... Короче, вернуть на этом и на следующем КД вторую ульду, чтобы дособирать осколки. Ну, потому что, Слава, это фишка в том, что просто выкинуто время людей. Уже добить и тогда ставить одну ульту. Ты куда собрался, блядь, я покажу. Как понять сжатие? Типа еще больше, чем сейчас? А чё ты скажешь еще раз, я тебе говорю, по поводу ЕП? Надо либо увеличить ЕП за целка 25 км, либо уменьшить за ульду. А вот вопрос, короче, такой. А сколько я, блядь, наверное, месяца полтора почти, но шаманом просто ходил, ну, как бы ЕПшку копил. Ну, а хули толку не получал? Он копил ЕПшку именно на Т5. Ну да, что будет с ЕП с тынку? Да. Ну, понятно. Ну, ты, получается, тупо сложишь ЕП и ГП двух персов. Ну, он же сказал, что еще будет компрессия. А где хилы, блядь, наши? А распределять лут ты будешь, блядь, или кто? Да сами распределимся. Ну, получится лут пока без ГП. А Костя осколки видит или нет? Я нет, будешь говорить. Мастера возьмите. Ну пусть плюсует. Он плюсовал. Мы ебались первый раз, а ты взяла... А, ну вот. Это... А, ловушки. Вам киса феррал в рейд нужен? Так, где Ванька? Ванька, на тебе тоже поможет. Витя хорош. Лучший Витя. Че,
Чё, я ничего не делал. Давай, давай. Пупсик, ведь я вижу, что ты ничего не делал. Я же и сказал, что я дальше не пойду так. Блять. Ты хокмастера взял там? Угу. Хуй знает, загуглить надо было, как снимать ловушки. Ну чё, ещё мне загуглить? Ну ты, блядь, играешь на роге, у тебя определенная роль есть. Стоп, а как там все? Как я, блядь, позже тебе пришел нахуй, алё? Ну, алё. Я же сказал, я не пойду туда. Алё. Не доигрываешь, получается. Так а чё там все же? Типа в инвизе подходишь, просто клацаешь или там какая-то есть? Тебе в инвизе надо найти её глазами. Скилл же есть, специально снять ловушку. Нет, там просто мышкой клацаешь. Да, там типа эта шестеренка появляется. Ну, как я понял. Да. Ага. Он типа автоматически скилл заюзается. Так, при этом... Ну да, ты просто кликаешь. Транквил. Где там люди, блядь? Катрисия, заходи. У нас РДДшников мало будет. У нас их и так мало. С одной стороны. Если танки есть, могу шаманом зайти. Все равно ты сейчас объединять будешь. Ну, заходили. Костя, дай это как ассистент. Пати кину. Так, знаете, я сейчас догоню вас. Пойду на минуту. А чё, комбат висит? За что? Да вроде нету. Ладно, Илья, резни меня сейчас, плиз. Илья. Дресс, рез. Он тебе понравится. Все равно комбат висит. За что, блядь? Че там, кулак, лапка? Да нет мобов вначале. Ну, значит, забагалось. Выйди с инста, зайди снова. Да, сейчас только сделаю. То и даже ману. Два слова. О, хуй восстановлю. Хм, понятно. Сломался, что ли? Бывает. Хуё, куда сломался? Не у всех проходит. Блять, куда? Не проходит. Invisible. Invisible. В рейд, давай. Дуй. Подождите. Я по поводу компа решаю. Чего просто ври, давай. Я комп покупаю, блядь. На одно место посылаю, вообще заебись. Ты бы скинул характеристики, мы бы хоть посмотрели, потом посмеялись, наверное. Че, мне фанка получается, или че? На другом канале. Ниже. Какой-то шкаф бракованный. Но не говори, вчера вообще, блядь, сумонить нельзя было. Они там что-то у локов переделали и шкаф поломали. Ты имеешь в виду, когда им типа агро поменяли, блядь. Кикать и локов. Ну я думаю, да, они же делали им реворк, и в итоге после вот этого реворка как раз таки шкаф и сломали. Кого спикнуть хила? Да я вам похилю. Так, я прото, рарник, кулаки, а Вилания... Я каски. Каски. Рарник, кулаки, МП5.
Блядь, а вы что нахуй со второй пати сделали? А, опять комбат, именно тут. Что, ебанулись? Ладно. Буду без маны. Нахуй вы ее трогаете, блядь. Да. Чем тебе хант? Тебе доллар? У них не стакается. Хавайте рыбу. Не могу хавать. Кем лазерен дрены то же самое дает? То же самое абсолютно. Ты уверен? Да, посмотри. Только заебал. Да, они абсолютно одинаковые, но они не стакаются. Сейчас посмотрю, кто заагрился. Да мы так пока справимся. Вот 4. Кто ребро сыграл, да. Блядь? Да, да. Я сказала стартуй. Так у нас еще Хэлло там добегает. Давайте, добегайте, жрите, бахаемся. Эйя. Эйя, да. Да, наверное, забери. Урарника вот. Вторая. А Винсенти это чей-то друг? Где инвизибл? А, окей. Эйя, блядь, давайте рещи. Чего? 229 ДК? Кто, блядь? Керсори, блядь. Даларани до сих пор. Ой, шкаф не работает, я понял. Да. Катрися, давай это. Инвизибл добегает. Керсори в Даларане. Керсори в Даларане тусит, ну. Я вообще на Долгороде нахуй до сих пор. Сумма нет. Сумма нет, шкаф, шкаф поломанный. Пидорасы, блин. Че, ты скоро? Я вообще только в рейд зашел, нахуй, я только в игру. 7 коня с лича убиваем. Там Катриси я плюснул. Да, он уже в пати. Блядь, бро. Бро. Бля, ребят, там Катриси я плюснул. Йо, бро. Чисто слоу, гайс. Не, у меня я просто чисто... аддон запугался. У нас нету двоих. Да. Может, мы без так них, типа, погнали. Ребро убьем, но пусть они летят. Что слово, мы слово, время слово. Уже проебаем. Че там отсчет, давай какой-нибудь. Давай, Костя. Ну да. Че за... такой шкаф попробовать еще один поставить? Да не, не работает. Катрися, ты там долго? Бля, я по Долгороду бегу только. Ладно, без них. Костя, сделай отчет. И погнали. Дайте полминуты, я макро сделаю нахуй сразу. Ну что, обычку без нас не убить? Есть у меня нахуй. Забьем пол и поехали. Полу 7 секунд. Интересно. А ребрат в Толград не улетит за мной? Не должен. Главное, чтобы никто не зашел в инст. А, Керсори уже в инст зашел. Выйди, пусть выйдет. Выйди с инста. Все, побьем. Получил, но. Впереди, не бери, не стоять. Впереди стоять. Нет. Люблю быть впереди. После ребро вихря... тоже любит впереди. После вихря бича ресницы. О, улетел. Блять, на Керсоре, ну сказали же тебе выйти, на ёбаный. Ну, видимо, не в этом. Давайте, блядь, падаем туда нахуй. А чё, ну у нас же есть... Да, да уже, блядь, три упал. Падаем, падаем. Так у него комбо, он, по идее, не может выйти. Где ты, блядь? Там же сказали в портал прыгнуть, блядь. ХС жмёшь. И всё. Чисто на погону. Ну быстрее падайте, зайдите в лужу там. Юля, резай. Снимай, Юля, диван. Трункило тоже снимай.
Или кто-нибудь. Sorry, у меня этот комбат. Я не знаю, это баг какой-то. Да, так, ну, блин, и стек комбат просто висит все время. Ну, при том, что мобы убиты в начале. Да. Какой тупняк. Умереть надо, наверное. Так, давайте, у меня рыбы не дохуя, блядь. Хинкалинка, чё, ФКш? Пускай дали шумки. А, о, всё, вроде. Не, у него тоже комбат, он решил перезайти, походу, в инст. Это не помогает. Я до ребра дошел, у меня опять комбат кинулся. Понял. Ну, сейчас вроде не висит. Я уже лечу в целка. У меня комбата не было, я бафнул всех. Давай резче. Бегу как можно. Транквилы только комбат. Может, ты сдохнешь просто, и у нас комбата не будет вообще по данжу. Давай. Ну, там надо из комнаты выйти, чтобы ты сдох. Или иди обмабов убейся. О, без комбата. Я так два бафа кинул, и мне кинулся. Не знаю, нет. Иди тоже сдохни, чтобы не было этой хуйни, потому что это будет, ну, постоянно происходить. Ой, я уже кидал диван, блядь, подыхал. Ты мне так говоришь, блядь, как будто я этого не делал. Нет, ну ты сейчас просто забафал, ты опять комбат. Ебать, я чё спидом? Расслабься. Бешеный. Вы-то видите эту хуйню? Чё спидом? Он просто телепортится, блядь. А то, что тут трупы на потолке лежат, тебе тоже нравится вот это? Вот это вот. Бывает. Потолок есть? Компот, ебать. Пихант на месте бегает. Захожу в инст. Ладно, буду бахать. Хинкалин, причем это не трупы, это живые типы. Точечно. Непонятно почему. Пауки, блядь, вверху повесились. Я уже в инсте. Давай, Рыщ. Сегодня, сейчас. Тебе нельзя рыбу? Ты чмоня, не кошерная, тебе нельзя рыбу. Ну, я снова бафнул и комбат повесил. Что за шкафы? Да ты шкафы. Катрися, давай добегай, да будем пулить босса. Блядь, ты уже третий раз говоришь, я, блядь, бегу, блядь, на максимальной скорости в коте. Катрися, давай добегай, да будем пулить босса. Уйдите Катрися, нахуй, что ты скоро? Пиздец. Опа, у меня комбата нету. Это пока что, хочешь бафки? Блядь, я уже в пачке стою. Давай, давай ПХАН, ты не шо, блядь. Витя. Уже 20 секунд, нахуй. У него нет умер, походу. А чё? Пуляем. Короче, пуляем без него. На рейнже он, наверное, стоял на рейнже. Он стоял за воротами. 10 секунд риксы, блядь. Да пусть запулит уже и Вилаша, господи. Ну чё мы, какие мы таймеры? Ну и не говори. Пошли пулять, блядь. На ребре бычки. Ну, и Вилаша, давай, погнали. Седжу, оп. Да заебали уже. Встаньте на ранжу по Сефее. Справа кто-то встанет сюда. Слева стоят вроде на ранжу, справа нет. Ладно, я встану. Мне показывает, что у всех ДПС 6000, 5000. Потому что у нас комбат в данже. А, он. Шип справа на хиле. Держу в курсе. Ну так не стой там на хиле. Ну так, блядь, а никто не хочет встать туда, чтобы... Да пусть один поводит. Танки на вихре просто вправо-влево. Вообще никогда не водили, всегда нахуй, просто рейд отбегал. Под морду не подходите.
Что там есть кто-то на замене? Один рейд. Под морду ушли. Шип добили. О, бринтроль. Призом, ну надо, бринтроль, нет. Это у нас КТ пати. Я так понял, короче, типа с обычки все в хлам, все без ГПшки, да? Ну, надо было вообще-то спросить, может, помимо призану кому-то он за ГП тоже надо было, и тогда бы уже бы решали. Ну, блин. Понял. Осколки, если что, вело не говори. Да, да, там нету. О, подвели помощника. Ну, на ролл тогда выкидывай, бринтроль. А, объявление рейда. Подождите, не рольте. Он пока, мне кажется, ничего. Oh, yeah. В Т5? Ну, в танке, в принципе, неплохо. Рольте, Бриню. Да не, ну призен-то, да. Или Авелания, ты будешь... Это шутка. Все, призен-то, да. Призен-то ПВПшник, блядь. Да. Пусть призван, да. Того ПВПшника ни одной арены в сезоне еще не сыграл. Так, к слову. Реально, братан. А, ну конечно тебя там ебут. С бринтроллем-то. Почему ДКшники танки берут бринтроль? Да не надо он им, нахуй не надо, хуйня ебаная. Да? Мусор. Лучше бы взяли этот воятель, блядь, нет. Или нахуй Глору. Глора нужна, блядь, или этот... Или с меткостью какая-нибудь дурочка, ну, блядь, бринтроль. Ну, хотя бы с меткостью, да. Бринтроль это говно. Ты уже, блядь, решили, что это вам для ПВП пухали? Ну там что-то кто-то начал говорить. Да там этот типа Рианти пишет там то, что бля, у него синяя пуха. Да и пуха. Ну бывает. Он ее сметит на любую пуху со статами просто потом. Ну он выкинет этот бриню просто. Тапки надо, рольте, если кому-то. Ты кашник закинь, если никому не нужны. Ну да. А чё? Нахуя? Ебать тебя буду, блядь. В тайную комнату. Почему? Нет, я говорю, я тут раз залутал, печеньки залутал, короче. Не, вообще я приоритетом паладина одеваю.
Да, на шамане также примерно. Ну, это понятно. Я говорю, у меня там одинаково примерно. Не, ну это так, да, просто среднее делаешь. Да, я думаю, всем так надо сделать среднее. Потому что если, блядь, накинуть на одного, допустим, там у Альта какого-нибудь там, блядь, 90 был приор, а у Мейна, нахуй, там, блядь, 30 осталось, нахуй. Ты ему, блядь, делаешь 90, ну, соответственно, он опять шмотки будет лутать, не отходя от кассы. Ну, давай. Ты тут и сидит на гере. Осуждаю. А что, стелси закиньте, Инер? Рэй, закинь, Инер, по Авелане и Катрисе, по стелси. Контрольте. Трэш 3 секунды. Трэш игра. Он бидон зашел. Можно будет хэлла спикнуть в БД. Ну, сейчас спикнем. Бидон, плюсуй. Ебать, ёбище. КД мне вот повесило. Возьми его, Ванька. Вот варина ебаная на боссе. Да не говори. Может, скоро в лужу купаться? Подлезем. Там этот скелет, убейте его. Бидон, лети. Велики. Шкаф поломан. Это РДДшный, походу. Блять, уж отталя рависта. Вы что делаете? Доктор. Под леди оба. Хуйся, бля. Контрольте. Инвизиблоком. Два в леди идут. Жаба хитрая. Сало кинул. Леха, после этого босса спекаешься в РДД. Угу. Я в бою буду просто. Придется логнуться и умереть. Бидон, лети, Игорь, у нас лог-то есть, но шкаф баганный. Они за день сломали Сирус? Да. Ну, они умеют, блядь. Ничего, да. Нормально. Сержу, где ДПС? У не пилунка им, да. Осколочек. Так, осколок я вижу. А как ты видишь? Я тоже. Ну, потому что ты открыл, блядь. Взгляните на эту палку. Палка топовая. Надо, нет. Скинь фото палки. Ребята, все в бою? Нет. Да. Пиздец. Фото палки в чай. Мне кажется, что любой корабль тут, типа, не поможет. А сейчас попробуем. Комбати. Мне можно лидерку дать, запущу. Да, ты без комбата бегаешь? Да. Я понял. Я тоже без комбата. Они не хилят. Катрисия, тебе точно, блядь, эта херня надо, нахуй? Он слову бы забрал, он тут хокмастера и хочет сильно, походу. Хокмастер тебе сильно надо? Да, я на трансмок ролил. Ну, если никому больше. Ну, определяйтесь, резче, блядь.
Короче, закинул Катрис и... Закинул, я же. Закинули. Кольцо надо кому-то? Ну, протрогу взять. Протрогаем бы. Ну да. Жалко, эвейжен порезанный. Да ебаный бой, нахуй. Костя утро. Какой бой? Ебаный. Next door, блять. Блять, какой-то кринж. Ресни меня. Катрися, где ДПС? Какой, блядь, ДПС? Я нахуй в бою, нахуй, вообще за порталом. Ну и не говори. Инвиз нажми, потом... Все у тебя, блядь, одни оправдания, нахуй, заебал. Я не могу в бою нажать инвиз, мне нет ваниша, блядь. Я не найт ильф. Пойду мобов поищу. Инвиз, блядь. Я не могу инвиз нажать, блядь, я кошка ёбаная. О, бой спал. Я могу вам интернет, Ryzen 5 3600. Ой, я себе казал, бой спал, нахуй. Да? У меня нет. К мобам, иду и мобов еще. Нихуя себе, блядь. Нихуя не пойму. Нихуя себе. Сука, кнопки нету этой, блядь. Назначить, соответственно, лутера. Пиздец, блядь, какой-то. Слава, ты без лута. Я релогусь. Не выйди в него, нахуй. И закрой. Окно открой, потом закрой. Я тоже релогнусь. Не, форточка поможет. О, буква О. А. А, ты мне криво дал лучше? А, ну да. Я релогнусь. Я-то думаю, что я, блядь, не могу. Алло, бежди, ДПС, на. О, спасибо. Сейчас с этим комбатом кринж. А по идее же при групплуте осколок только может лутать тот, у кого квест. Правильно? Ну, по сути, да. Сейчас посмотрим, что на кораблях будет. Я вроде... Релог сделал. Лох. Это судьба. Давай, наберешь. Ты отсюда не спрыгнешь. Нихуя себе. А я только с мостика прыгал. Все, поехали. Пушки заняли. Еще одна пушка пустая. Я здесь, Вилаша, на том корабле. Здесь все. Не надо. Слишком похуёво. Никита, Стас, Гена, Турбо, идёшь, Митил. Пиздец. У меня обои висит. Ебать, что там за квест нахуй видно, а Ранен это кто, блядь? Ну всё, пиздец, меня обнулили, ну. В смысле, обнулили? Вон, все, ЕП сняли. Я пока. Правильно, нахуй, все, блядь. Ты чё, Путин? А чё, Путин обнуляется? Путин не обнуляется. Ты аккуратнее, история, сейчас тебя хуяк скикнут, блядь. Вычислят по IP, блядь. Неизвестные, блядь. Приедут, упакуют, нахуй. Обнулят. Обнулят по полу. Бля, первый рейд. Ой, первый ряд кончился. Ну, полетели, ебашим там всех. Винсент, иди на тот корабль, блядь. Ты одного Сэджа хочешь. Мне тоже только его хватит. Да. Понятно.
Меня хватит. Я сожру его нахуй, заберу его на ручку. Бро, уже поздно, не зачарены. Нихуя, что там происходит с ЕПГП нахуй? Слава, пиздец, обнуление идет. Обнуляет тебя К-300. Как ты раньше уже не будешь? А у тебя один приор на. Один на всех. Теперь тем более на ДК не буду играть. Нахуй надо. Скажи там за ГП, да, что-то брать. ЖЖ. В натуре, блядь. В десятках оденусь. Натуре. Добивать. Го, комбат спал, я понял. Можно и попить. Попейг. То потом комбат опять будет. И все. Что за мир ДПС? Опа, монетка. На удачу. Монет очка. Говорите сразу, если что, я буду выкидывать на ролл какую-то конкретную шмотку. Если кому-то надо, чтобы а быстрее это все было. Я бы кольцо паролил. Кольцо? Да. Запы какие-то друлевские, да? Вика, сифилис, обмен. Винсент. Опа. Опа. Винсента. Шо, нахуй, Вика. Винсента, да, давай, обмен. Давай ему. Что, запускать-то будете? Ну, Винсент, оренч. Я не могу, только лидер рейда. А чё, рыба будет? Блять. У меня рыба уже две было. Штуки, нахуй. Блин, поставлю ну, на профи и потом. Ну, я сдох просто. Ну, похуй, ладно. Сейчас Винсент и такой ролл, ебать. Не-не, а чё? С его гиром там можно все подряд просто брать. Ну. У него вон триня какая одета, пизда. Пули бичара в рейде завелся. Ой-ой-ой. Получай бис. Ой-ой-ой-ой. Там он, смотри, как, бля, хуярит. Сейчас, бля, объяснит, нахуй. Так мы ж не против, чё, порофлить нельзя? Порофлить нужно? Нужно. Гасите.
Охотник промахнулся. Бля, как же чешка хуй его прокает? Да? Прям мощно? Она только через секунд 10 прокает. Да? А ты забрал чешку, Гер? Да. Зачем? Хасту подбить для двух кусков. Сержу, где ДПС? У меня проки хуевые были максимально, я не критовал. Так бы тебе. Опа, ДПС. Мне на Т10 скинь одну. Опа, мне тоже. Опа, мне тоже надо. 10, не, я первые 10. Два уже занят. Поебал. Как ты смог его скинуть? Я понял. Осколок я скинул. Олег. Да, да, я вижу. Спасибо. Да, теперь комбат. Чука, трися, блядь. О, спал. Чука, трися, блядь. Два, блядь, Т5. Сам. Так, нормально? Бейте трэш, отойду на минутку. Т5 соси. Я один на четыре куска, ты, блядь. Я к тому времени оденусь, нахуй, ты охуеешь. Когда к тому времени пососи уже, блядь. Скинул депис. Без свою тренину. Просто талисман цунами найду. Я просто тебя нахуй найду, блядь. Ну, через да, портал все проходите, тебе бой скидывать. Я куплю тебе AMD Ryzen 5, нахуй, 3600. Нахуй тебе Ryzen нужен. Ибо, трахнули. Сейчас Intel дешевле. Какая разница, если он не новый? А, ну не, ну если есть как бы подешевле, что-нибудь. Конечно, есть. Тогда да. Супер подешевле целый комп. А этот Славе можно по почте отправить мой. Славян, принимай предложение. Он с гильдии, поэтому, блядь, я ему не подарю комнату. Ну, цюри, блядь. Чё там, ребят, сколько сейчас биток стоит? Да.
Мне можно один вопрос задать при всем этом? Это насчет того, чего я тебе писал в чате только что. Я могу сменить полностью сейчас свой приоритет с собой на палу? Понял. Да. Понял. Да, еще раз шут. Это я не особо понял с цифрами этот момент. Ну и да, я тогда хотел бы связать паладина с собой. Перекидывание, да. Меня самого каждый раз писать это как-то аж. Ну, чтобы текущее урезать, потому что сейчас очень сильно дисбаланс выходит.
Понял. Ну, я сейчас просто чуть-чуть, так сказать, определился. Я посмотрю на то, что, ну, кто у нас есть в рейде, кого нету, какие сетапы, как часто приходится кого свичить и так далее. Не учитывая, что двух персов я знаю, что я не смогу одевать в параллельно. Я могу отдать только полностью приоры. Я думаю, что, пожалуй, сейчас его стоит будет отдать или паладину как-никак. А шанс нет ни одного хэпала, по факту. Именно опис. Хэпал как хэпал, основной спектр. Не, я понимаю, да. Но я в этом плане могу позволить оставить, допустим, ту же самую сову без этого всего. Не, я не думаю. В любом случае, даже если, так сказать, я сделаю упор на того же пала, я сову могу параллельно одевать сову. Угу. А еще один вопрос тогда. Можно? Если, допустим, я сейчас полностью перейду на палы и пытаюсь, так сказать, попретендовать на два куска, я смогу это сделать или нет? Да. Ну, я, честно, один спектр буду одевать. Не фанат ретрика прочего. Ну да, то есть. Это такой класс пикшон страховочный. Угу, благодарю. Тринки. Я тебя понял, бля. Уёбок, бля. Кровь надо кому-то, нет? Спасибо. Забирай. Своя есть, хватит. Желание, сколько осколков? 38. У меня максимум 30-ка прокует, нахуй, раз 6 секунд. Зато я бью цапнуть по 8 тысяч. Прикинь, набираем на кому поинт. Пока ты бьешь, блядь, по 30 тысяч, нахуй, одной расправой. В смысле, блядь, 30 тысяч одной расправой? За лишний флот? Или это просто... Можно за лишний флот, да. То, что боссы с пули рано. Кольцо по ролям? Кольцо сейчас. Какое, кассеровское или... Силовили. Если вдруг что-то серьезное, мы тебе скажем. Да, мы скажем. Винсента выиграл. Ну, он... Две шмотки Винсента, короче, за ГП. 30 тысяч, блядь? Бля, хули дринка или призм кто-нибудь поднимите, у вас боя нет. Спасибо. А почему это у них нет боя, а у нас есть? Потому что мы бичи. Бичи, значит, да? Ну, хз, видимо. Я тоже, блядь, с боем бегаю. Серебра. Это как там, дискриминация, да, называется? Расправа, нахуй. У тебя там еще удар быстродействующий, блядь. Сколько, блядь, хуя, что-то к нему. Какой нахуй удар? Это дотка, блядь. Это я. Похуй. Калинка-малинка, блядь. Где ты там? Дурик, блядь. Калинка там АФК сейчас. Суммарно с этим ядом, блядь. Урон там, блядь, по 30 тысяч. Все, бьем. И один, еще два куска дей. Подождите, блядь. Я говорю, пристабаф. Обновить. Плак. Ебать. Ебать. Хукмастер. Вы что, дауны, блядь, или что, нахуй? Да, хукмастер опять. Блядь. Хукмастер еще раз, блядь, и ГП будет. Да, блядь, уже ГП надо давать. Нахуя это делать? Юля, поводишь слезни? А, Юля водит.
Охуенно, блядь. Напишите, чтоб зашел у диса. Так а чё он без диса играет? У него мейн ДК, блядь, он не знает, что пьет и агрит, блядь, баганые. Не, не баганые, там он, скорее всего, правую кнопку уже нажал. Красава, блядь. Ну а еще не баганые. Что просто так он, типа, ну, блядь, не начнет бить. Это факт. Ну, ДК-шно начинает. Не, не начинает. Нет, если тоже на агрессии не начинает. Стоит, ставишь на помощь, да. И все нормально. Не, если на защите стоит, уже он агрится. Просто так не агрится. Если в таргет босса возьмешь. Даже если в таргет возьмешь, не агрится. Если ты нажмешь правой кнопкой мыши, но в таргете, да, на босса, то он, то, ну, полетит на него. Это да. Или, или у тебя в макросе старт комбат написано, то он пойдет ему наебало. А так типа похуй. Или большой подбосс. Короче, ГП дайте хукмастер. Дай ему ГП, он зайдет в дис тогда, точно. Бля, за что ГП? Ну, нехуя грить, блядь, алё. Алё. Ебы. Сейчас пойдем квест дадим. Фри 750, да? Да-да-да. Пять раз уже будет. 750 туда. Мне уже нахуй, я не знаю, какой раз, блядь. Раз десятый, наверное. 15, блядь. Чё, зато, как... зато голду накопишь. Как даггер зуламана, нахуй, оп. Чё, вы в ЗАГС, кстати, ходили вчера, или вы все-таки решили во вторник? Куда, в ЗАГС? Во вторник. Во вторник. Какой ЗАГС? ЗАГС, нахуй. Да это вам с Катрисией, блядь, надо. Тот самый, у которого ДПС хуёв в 4-5. Он будет, блядь, тебе говорить, что у тебя, сука, сейчас я хожу за веру, пойдешь ты нахуй. А ты ему шалфира, ты 4-5? Нихуя, кольцо мне можно? Не персоналочка. За ГП. Сержу, где максимальный крит на этом бою? Ну или паролем, давай паролем. Плечи, бояшка. Шалфир, я говорю, ты 4-5? 4-5. Сержу, ты его прям хочешь? Я хочу его. Я вижу. Хочу. Понятно. Я нахуя на тебя. Да, Костя. Тебя ебать не нужно. Москвок? Да. Ну, ладно, убедил, блядь. Ладно, убил, блядь. Ответ убил, блядь. Ебать, как же оно по капам охуенно подходит. Ебаный ты. А прикинь, с Герой такое, да? Охуи. Че, у тебя мастерки не хватает, что ли? Не, ну типа хватает. Просто типа крита заебенить. А чё, у тебя СРС-ки нету кольца, что ли? Есть. Чё, идём квест давать. Блять, пепельник и кольцо, ну СРС-ки. Да, идём. У меня всё нахуй есть. Ну так ну тебе нахуй надо, если у тебя кольцо СРС-ки есть. Почему надо? Ну, ладно, файн. Блять. Камень ночи. Кольцо. О, я могу его поставить, кольцо СРС-ки и плащ нормально. Кольцо блядь. Жезл закидывайте, ну, в полидринку. Кроковое кольцо. Сержу, глянь максимально криту. Все остальные. Пепельник слишком крутой просто. Там чисто два первых лупанули очень сильно. Это хуйня полная, прок. Ну ты, короче, блядь. Если посчитаешь, сколько тебе разница агил и АП дает, то, ну, ты поймешь, что это кольцо слишком сильно. Ну, пепельник. Короче, сколько помню, сколько я КВС в этом блядь. Гребаном делал, только две боешки упало. Мне бабло. Одна из них. 750 УД стабильно. Ладно. А, я не могу открыть. Ладно, похуй. 57к отрезает еще, блядь. Хуил, что ли? Там и он? Плечи, блядь. Ну, хоть так, сердолик. 57. Ну да, кстати. А нет, не успел комнату. Серия по две проки. По две проки, по две проки. Да я, блядь, охуел от комбата. Проке? Здесь. Чисто 57, потом 54. О, пока ЕП рависта. Да ты, сука, я одену 4 куска, нахуй, там просто ты. У нас ДПС будет примерно одинаковый, там, по 30-ку. А мне, чтобы дотами дамажить, мне надо куча, блядь, силы и куча хосты. Говна. Чтобы разгонять эту доту. Разъебал. А чё-то я вижу, что он, типа... Мутик 4-5 хуёво ДПС дает. А чё он, если, типа, ЕП снимает? С остальными. Оба в комбате. Да он объединяет, блядь. И не он дает. Объединяет нет. Персов и... Не, я понимаю, что он делает. Но он просто, типа, не накинул еще ни одному.
Может, он просто это делает через заметку? Он, нет, он, если помимо этого, снижает общий приор. Короче, компрессует. Ну, да. Короче, пизда. Больше скольки? Костя, пока. Как дела? ГП, да? Да. Пока, Костя. Давай, наберешь. Почему, если у него больше 800 ГП? Ну вот тебе срежется. Но. Все равно пока, Костя. Короче, кольцо пиздатое. Да пиздишь, ты залутаешься опять. Посмотрим тогда. Че, кто теперь, блядь, спулит босса нахуй, давайте. Ждем всех. Спулю босса за 5 голды. Я понял. Я даже припод не буду, блядь, нажимать. Идите нахуй. Вот когда мы босс пулим. Хавайте. Нету припод. Какой хавать, блядь? Бой. Какой не бой? Знаю. Че, хаваешь? Нет, ни комбата никакого. Хавай давай, блядь, заебал. Кто хавает пельмени, пока они варятся, плюс чат. Так что слова не творится. Прикольно. Звучит прикольно. Прикинь, стоишь, варишь пельмени, такой ложкой наворачиваешь в кастрюлю. Туда же кетчупа, блядь, или сметаны просто, блядь, заливаешь. Горячая сырым не бывает, да, нахуй? Хуяк рукой такой взял, раз, пельмешку, вот. Че мы там, стартуем или... Стартуем, либо пиздуй, блядь. Там висят бафы, все. Юля на боссе, я в этом... Абами он. Он в Абами. Абэмэ. Давай, Юля. 3, 2, 1, пуль. Прикинь, Катрисе, в 4 кусках мне и припот не надо будет пить. Ой, перевели что-то быстро. Да. Ой, бля. А плевок нету, по-моему, без ордру. ГП за перевод. Да, вообще... всем ДДшек. ГП за перевод денег. Денег. Дай денег. Да ну нахуй. Пельмени, а чё пельмени это шли? Бам. Все уже с кастрюли скушали, блядь. Рис, подними как Трангвило. И сразу я лужи. Игра закинем. Пельмешки любите. Блядь, ну не говори ничего нахуй. Вкуснота, ебать. Пидорасы, блядь. Рыжий. Беги, бидон. Что вы рыжего там убьете? Он нужен. Не перевозите, может, убить сначала зеленого. Уже да. Поздно. Уже да. Дотки, блядь, добьют. Вот этот мужик из мема, да. Да, ебать, колбы оставили по-царски, конечно. Добивай. Он сейчас сдохнет. Ну, да, дотки перевобите, но... В тайминг. Ювелиры, блядь. Звездопад хуярит, блядь. Пойдет. Это не звездопад, это солнцепад. Простите. Равис, потаунтишь.
Фу, блядь. Окей. Я могу потаунтить, чёрт. Не, я могу потаунтить. На это, на совет. Да я потаунчу, пофиг. Это моя сова бисовая. Бисова? Да. Могу пельмени балом ловить на сове. Ничего не будет, потому что мы в медведе. Хорош. Все. Больше никто не таунтит. Сова в медведе, да нихуя вот такое, блядь. Пиздец, Катриси меня обогнал по ДПС. Что же делать? Какая жалость. Удалять рогу. Пиздец. Удаляю рогу, создаю кота. Давно пора? Коплю приор 10 лет, нахуй. Коты бис. Че, добиваете старичка профа? Только не умом. Иди сюда. Че там? Боешечка. Сороковой. Не понял, давай паролем. А сколько нету, как я понимаю? Есть, есть. Есть, есть. Есть. Так я же говорю, 40-й. Ну, гасы. Давай, лутера. Лутера. Ой, это, возможно, на этой неделе уже. Забирай. Ну, если еще два выпадет, то будет норм. А сколько осталось? 10. Че, купить хочешь все? Не, я про то, что типа, если тут еще с обычки 2 выпадет, в Гере 8 точно там должно выпасть уже. Ну да. Получается, уже будешь не лохом, ебаный. Ну, типа, с легендаркой. Вроде и похвалил, и обосрал. Ну. Не, ну я про то, что ретрики нихуя не дают 4-4. Бывает. Сирусы, пидорасы, блядь, урезали. Сирусянцы? Сайрусы, блядь, ебаные. Сайрус клан. Сайра. Очень приятно. Кто любит Сайру плюс чай? Ну, только шпроты, бро. Кстати, не гоните, шпроты с чаем вкусно. Хлебушек. Что вы несете? А еще, бля, огурцы с молоком, вот такая тема, нахуй. С молоком, на самом деле вкусно. Мне один человек типа говорил, бля, то, что кофе, но со сметаной, или вроде с кефиром это имба, я такой, что, бля? Просто... Я надеюсь, ты с ними общаешься? Че, кефиром не общаешься? Это все хуйня, у меня знакомый, блядь, селедку со сгущенкой ебашил. Кофе все хуйня, у меня знакомая с крыши спрыгнула. Кофе с шалфиром, блядь. Это тот же самый был. Кстати, селедка с чем тоже. Пиздец. Может, еще скажете, нахуй, берете хлеб, блядь, сверху кусок колбасы и вареньем намаживаете. Вынос желудка. Открываю пивко, наливаю стакан. Наливаю на пол, блядь. Че, еще очень вкусно, это копченая колбаса, сыр, мед и добавим туда, не знаю, горчички какой-то. Горчички, блядь, гомосеки. Нихуя из изгу, блядь, вы че нахуй? Горчички, блядь. Там в ресторанах, блядь, питаетесь или что нахуй? По ресторанам. Горчички, блядь, мед, орехов, нахуй. Ну и вино, блядь, такого 2004 года. Что там, давай до свидания, приор, да? Ну Ванька. И цукатов сверху, да? Можно добавить. Это что, твой год рождения? Еще этих, как они, блядь, называются? Сухофрукты, блядь? Дорогая эта хуйня. Такая стружка, ебаная. Ничего не заменилось. Кто еще? Стружка. Не, приор-то не изменит. Трюфель, ебаный. Трюфель, нахуй. Стружка, блядь. Сверху еще так покрошить стружка трюфелю. Это ебаная картошка, нахуй. И сельстрюмин готова сверху. Это ладно, у тебя, нахуй, кот, блядь, картофельный. Ты, блядь, картофель. Ты, блядь, дотку повешай, иди нахуй. Там, блядь, иди нахуй. Там, блядь, Боб. Боб. Стоп, я не понял. А ГП с твина тоже скидывается? Ну, типа, скидывается со всех твоих персов, объединяется в одно и как-то там урезается. Ну ладно, я на ДК там уже ничего не лутал давно. Там должно быть зеро. Ну, у меня на ДК 4000 ЕП, блядь. Ну, у меня 6к ЕП там.
И то после сброса я хз. Еще меньше. Отошел на полминуты. Надо чекнуть, что там по моему ДК. А, 6800 ЕП. Нормально. Уважаемо. Уважаемо, да. Какой там боешка еще? Ну, это рарник выбил. С мешочком, видимо. Хукмастера. Ну, черт, им искать, блядь, у них у всех нейм хукмастер, блядь. Хукмастер бит. Грандмастер, блядь. Void Frozen, Void Fury. Вообще-то я сосестер. Void, кто там, Light? Void Wave. Прикинь, блядь, как твоих персов будет хуёво искать. Там, блядь, из твоих одних персов можно гильдию отдельно сделать. Да. Хуй. Нормально. Мы бить босса. Маны нет, две точки в бою. Давайте бить босса. Давайте. Давай. Давайте, блядь. Давайте, бездавайте. Давайте. Бля, надо реально ренеймнуться в твинках хукмастера, пиздец. Там бидона нет, где он бегает. Понять не могу. А я сделал ренейм Сэджу, только Сэджуджу. Сэджуджу? Не, Сэджуджу. Блядь, ты мне такого нахуй так сильно знакомого напоминаешь? Надо Сэджу, понял? Через Эй, Сэджу. Костягри. Сэуджу. Катрисия, блядь, ты ёбаный хиджаб? Да. Давно не виделись, бру. Бру. Пиздец. Друид. Равид, чё там? Я думал, что ты пропал, блядь, а ты в Вулф играешь. Я, блядь, хуй драчу. Одну секунду просто сделать хочу. Все, бегу на кошки. Спринты нажал. Давай, скажешь, как будет. Все, готов. Бедан тоже со мной зашел. Давайте. Кто на Валанаре, Хольдрик? Я на двух. Who are doing? Jesus Christ. Это что было? Дайте бы на всякий случай. Кто на двух, Костя? А, ты. А, все равно. Ебать, обидно. Сам спросил, сам ответил. Да, да. Я так люблю делать. О, господи, что же делать? Не. О, нет. Ну, приятно так как. Нихуя, что по ДПС у 12 тысяч, блядь. Пиздец. Как тебя сожжен циферки? Нормально, там рама крутит. Юля, заберешь или я? Заберешь по 67. Тебя не заберет. Не надо. Осуждаю такое. Отдайте ему бумаги. Там ядро, отведите к Юле. Так что, после рейда кто-то хочет десятку гир? Я бы сходил. Можно. Можно. Так, три человека есть, блядь. Пусть. Кинетику подбиваю. С учетом тебя и мне 5. Ты меня насильно забрал мои наручи. Нахуй тебе твоя шея не сдалась. Тебе тоже она нужна? Нет. Листья-то бейте, только аккуратно. Мое дело сделано, я тебе наручи отдал. Все, шею я тебе не помогу отдать. Ходи свои. Наручи это уступок был братский. У шлюпок нахуй. У ёбок, блядь. Вон, бери катушку, блядь, катай нитки. Я тебе, сука, сейчас твои волосы закатаю. Катушка надо. Огурцы закатай на. На зиму, блядь. Закатай обувь, раскатай обратно. Блядь, а чего по комнату? Слава, ГП, хукмастер.
А сколько нету, да? Бля, прикинь, нет, Слава был бы второй пилот, блядь, Боинга, нахуй. Слава Телеприкон. И ему там это говорит, первый пилот, там, вот эту хуйню нажмем, он такой, ага. И самолет вниз падает, нахуй. И камнем вниз. Осуждаю. Девочки маленькие умирали за этой песней. А ты... Бля, я помню, как это было, блядь. Разбежавшись, прыгну с скалы. Ебать, Вика, нахуй, ты чё там ёбнулась, что ли? Вот я был, и вот меня не станет. Нихуя себе. Это вековично. О, талант. Крутите барабан, шизы. Заводят. Дизарм, нахуй. Динаручи, нахуй. У меня на мне, блядь. Я говорю, динаручи, нахуй. Дизарм. Динозавры. Палкай, нахуй, по рукам. Что ты несёшь, блядь? Меня привязала к Юле, смотри. Теперь я с Юлей навсегда. Блядь, отвязали. Завязали, нахуй. Связали? Это узы. За что? Ты куда идти меня сейчас? Её истерия, нахуй. Я хочу ачивку сделать. Какую нахуй? Без укуса. Пока я в гильдии. Я постоянно эту ачивку делаю. Я тоже, блядь. А у меня, увы, не получается. Блядь, даже в гире, блядь, делаю, нахуй. Ну так ты не врывайся туда, и пусть тебя не кусают. Я нахуй никто не видит. Просто не бей. У Экс до Берсы дошли, упали такие. Зато Ваньке ачивку сделали, да? А там он вроде не делается, если не убить. Нет? Не делается, да. Да. Бр. Пиздец, реально на Хиджава похож, я в ахуе. Лучше нахуй дальше сидеть, блять, мужик. Что это такое, твой Хиджава, нахуй, это пиздец. Тебе надо познакомиться с ним, вы охуете, просто клоны, блять, ебаный. Ты сказал клоны или клоуны, я не понял. Да и то, блять. Ты охуел. Блять, да ты и есть нахуй, что ты мне, сука, гонишь? Когда в Apex пойдем играть? Хуй Apex, блядь. Заебал, удали ту парашу, прожди монетарь. Шифратор ебаный, блядь. Мастурбатор. Катрисия, Даня, блядь. На самом деле, Аденай зовут его, нахуй. Кто? Кто? А зовут что? Кого Аденай? Крипа Аденай, блядь. Чё, бимбус? Нет. Молчим, молчим, блядь. А-а-а, я понял. Это судоку для деда. Там есть один ДКшник такой, у него 4К ИП. Дам тебе подсказку. Саюки. Это я. Здравствуйте. По полям, по полям. Синий трактор едет к нам. Данжен-мастер вообще-то едет к нам, блядь. У него в прицепе кто-то песенку поет. Все, пизда ИП, блядь. А ну, малыш, давай. Пока, Сержа. Накрылась медным тазом. Пока, блядь. Не, пока. Вот там сидит в тетрадь смерти, записывает нахуй персонажей. Реально. Кто первый, Аиша? Я на боссе. Ок. Ладно, тебя упусти. Сдай меня с пиксы. Да не надо. Ты хочешь умереть с пула, блядь? Да. Хорошо. Не, могу реально дать. Там Тэша, ты Костя, как я вижу. Опять ты, блядь, нормально ответился? Да, блядь, раздвоение. Сейчас загадка жопы, блядь. Ну, ты ж это, как я вижу, ты. Детектив, блядь, ёбаный. Даша, путешествие не совляйся.
34 секунды до пиздеца. Который выноси. Лови. На первой взлетке я сдам мосты. Окей. На второй, Юля, ты в Т4? Ну, катрися, блядь. Или ладно, на второй, Глеб, сдашь ты мостейв. Массакру сдам и ауру дашь, сдам тоже. Окей. На второй взлетке. Так, у меня не тьмы стоит. Не у меня. А, у кого? У Рарника. Что, Рарник? Пусть Рарника хватило? Даст. А я сдам просто массакру. Рарник на первой взлетке дашь. А, ну, и так. Пока приор Седжу, да? Пиздарики. Ого. 18к. Это половину мне урезали, даже больше. Транквил выносил. Поздравляю, ох, вас обрезали, блядь. Пизда. Укусы передаем, не кусайте шалфира. Эма, сдашь рарник, отдашь ауру потом. Тебе повезло, как ты себя аккуратно нашел. С фактом сбежитесь. С фактом. Викосифилис, тени. Рави, слави, бурс, нахуй. Ты отдал мои триксы? Да я в тебя уже 3 раза дал, нихуя эффекты вообще. Зеро. Нихуя себе, нихуя эффекта 1.5 кдпс дал. Он равистый, ебать. Опа, шалфира укусили, эх. Ёбаный. Да. Тайную комнату. Тайную комнату. Раздвигай булки, ща поговорим, блядь. Ебать, да, второй звёртка, нахуй. Вау, подвеска, вау. Сержу, глянь максимальный укус. Хуйта, блядь, да почему нахуй они сделали, что на ПВП не работает, ебаные обезьяны, блядь. 60 кусков, блядь. Чел, блядь, иди нахуй. Чисто уебал. А сколько нету, да? И чё, вы, типа, это все ИП, типа, которое у меня есть? Он же сказал, что приор такой же останется, средний. А у моего ДК какой? Такой же? А, то типа, они объединены. Ёбаный, блядь, козёл. Ёбаный Обэма, блядь. Ёбаный Обэма. Пиздец, нахуй. Я за ДК, не зовите меня нахуй вообще. Не в один рейд. Только ИП, блядь, лутать. В РБК вот вы можете, да? Кстати, Вадикон, а ты же полутал багруху на том КД? Да. ГЦ. ГЦ. Хуя опоздавшая, блядь, такое-то поздравление. Поздравление, блядь, с днём рождения. Лучше поздно, чем никогда. Это ж у тебя год назад днюха была, ну. ГЦ, здра. А чё, у тебя год назад днюхи не было, Сержу? Не, у меня раз в 4 года. Тогда не здоры, блядь. 29 февраля, что ли? С высокосным днем рождения. Ну, кто... 1 февраля, нахуй. Кто платит налоги, тем спасибо, блядь. А кто не платит налоги, тем не спасибо. Хуя, блядь. А, посмотри, там какой-то, блядь, губернатор пизданул такую фразу недавно. Блядь, если хорошо, что я новости не смотрю. Я, губернатор. Да, это не в новостях, забей. Губернатор Катрисия такую хуйню сказал. Говорит, блядь, не спасибо, нахуй. Сука.
Как же эти души долго фармятся, бля, какой кошмар. Да, да купи, блядь, уже просто все нахуй, да и все, ебанро. Говорит, блядь. А делать что, блядь? Чит 40-70, блядь, куплю себе. Ты что-то, блядь, хуй знает. Он чел на 40-90, блядь, запускал этот ебаный Хогвартс, короче, у него игра крашилась, блядь, через раз. И хуй пойми, блядь, почему. Выдавала ошибку, блядь, у видеокарты не хватает памяти, блядь, 40-90. Нормально? Бывает. Нормально, блядь, памяти не хватает, говорит. Там же тоже, да, 24 гига? Ну, по-моему, да. Ну, как на 3090 Ti? Не скажу. Таком... Ну да, наверное, да. Наверное, да, наверное, да. Ой, сдохнуть, козёл. Кто-то хочет. Вообще похуй. Окей, тогда не ищи. Я Dead Inside, нахуй. Дед внутри, блядь. А бабка снаружи. Да в каком разрешении запускал? Иннер победил. Что у него, блядь, 16К, нахуй. Она у него с нулевой крашилась, короче. Он, ну, просто на этом, на запуске, понял? А-а-а. Там она грузила шейдеры это, и крашилась. Это, скорее всего, из-за того, что игра новая, там, драйвера нормальные. Ну да, или... да, да, понятное дело. Ну просто это рофл ебаный. Типа у людей на, там, 3060, на 2060 все запускается. Ну, рофл в том, что, типа, ты тратишь дохуя там... За микроапгрейд, да. На игру, нахуй, хочешь просто пройти поиграть, у тебя никого не запускается. Так, ну да, вот в этом и прикол, типа, чела, блядь, флагманская карта, а игра, блядь, не запускается. Тебе еще, нахуй, там эти, говорят из NVIDIA, ну, попробуйте обновить драйвер, блядь. И он, ну, он, прикинь, сидит на стриме, короче, и, блядь, 2 часа пытается игру запустить, ну, это просто пиздец. Охуенно, чисто под чай и кофе, нахуй, там, бутеры, смотреть эту такую хуйню. Вот почему первой версии смысла брать нет. Лучше последующий. Пепельный союз, поздравляю. Куда побежали, нахуй? Куда, сука, я свижу, блядь? Домой. Куда мы? Своему га побегут. Навстречу. Бидон, полетаешь в Савелане? Ну, ПГП. Зачем? Опа. Тут же не дамажит. ГП кому-то. Ну. Там... Не, ну чтобы быстрее захилить. Кто там был? Пасифея, пасифея, папара-папа. ШПшник какой-то был. Рианти. Пизда. Да, всем, да. Всем ШПшником. Гном какой-то там бегал. Или, блядь, ой, блин, жалко. Или дворф, или гном. Нет, блядь. Умирай. Может, всем левым кинем? Всем дворфам. Дворфам. Всем, кто... Не падаем, нахуй. Кто меньше 150 ростом. Ну, по лестнице только ты бегал, вроде, Рианти. Короче, всем там, да? Ну, да, да, там больше никто не бегал. Не да. Говорю. На Юле диван, если что. Каждый раз, как первый раз. Здесь диван вроде не работает. Надо его снимать. Да, я да встану, всем по идее сдохнуть, чтобы никого не было в инсте. Юля, развернись спиной, быстрее будет дело. Сейчас полетит. В космос. И на люстру бы сейчас как залезла. Ой, лепёшка. Сейчас они пока, блядь, Вальку убьют. На люстру, говорит, блядь. Не-не, главное, чтобы никого не было в живых. Тогда она просто и выйдется. О, ну вставай тогда, призрак. Последний герой. Воскрес, дайте. Пиздец. Сэджи, ты клоун ебаный, извини. Блять. Да то боя нет. Охуенный, блядь. Сэджи, ты чмо, извини, блядь. Нормально. Нормально у тебя разъебывает. Катрис, я твой рот взрывал, нахуй, извини. Я, блядь, отошел, нахуй, прихожу, я к тебе прицепился, блядь, ты меня убил как-то, нахуй. Слава. Да, Invisible EP, он уходит. Ну, без двух. Без трех. Без трех.
Вальку не захилили, да, Валька без 13-10 уже. Девять боссов получается. Ты чё там, блядь? Па-па-лям, па-па-лям. 225 получается, ИП. На утро у меня вышел хукмастер. Хукмастер, пишите черепаху, блядь. Или на утро у меня вышел хукмастер, блядь. Так, последняя рыба, не дохните нахуй. Впереди еще синдрагон. Сказал так, блядь, как думал, тут у нас синдры или ча нету. Ну. А нахуй вот сейчас-то ставить рыбу? Бичевские боссы, блядь, нехуй на них дохнуть. Натуре. Хули это еще баф на комбат будет. А не. Зато мы скинули бой. Сид же баф не может не блядь, комбата превратиться. Думаешь? Скоро опять, блядь, накинется. 100%. Весь вот я бафнулся, ебать, смотрите. Хукмастер, поставь шкаф, бля. Чё ты такой сухой сижу? Он здесь вообще. Да ебать, в зал ходишь? Ну? Он сухой, трубой, жидкий нахуй. Вы чё там, блядь? Вы чё там, блядь? Ты чё мне передразнёшь? Ты чё, охуел, блядь? Хиджаб, тише, блядь. Кто, блядь? Я до него дрезия. Чё, где? Сколько? Давайте булками шевелите. Ну, резче, давайте, а. Залежи, же что резно. О, 750. Имба. Так, сегодня, я так понял, будем воронка фармом заниматься. Ну, не совсем. Загуляли. На робота будем. Люблю трахать железо. Понятно. Первых двух это что, это Лар? А, вот, блядь, завис. У. Рыба типа и слепит. Так, а следующий кто там у нас по будет? Токенам на паладин, шаман там, еще кто-то. Влад, ты, а в Иване, да? Чё? А, на второй кусок? Да-да, на стыч. На Иване, а потом я, да? Вообще не. Надо, по сути, тебе давать. А в Иване на ретрика? На Иване на ретрика, там два куска нихуя не дают толки. Ну да, там четыре куска самый сок. А потом там решать уже Глебу. Чего мы ждем? Людей ждем, мечей, нахуй. Мечей ждем. Которые, блядь, встали, нахуй. Там экскурсия по ЦЛК происходит? Да, да. Достопримечательность ЦЛК рассматривает. Смотрите, вот на ваше ебало летит Валька. Это... Вот тут, блядь, синий пол, тут синие стены, блядь. Там люстра синяя, нахуй. Где стелси, нахуй? Синий-синий. Стелси? Синий, Равист, синий. А ты говоришь я. Кто я? Пол без подогрева, блядь. Типа женский мужской и без подогрева, блядь. Да, зато с охлаждением. Траханием. Тык-тык-тык. Разбафать Винсента там каску, ну, кулак ему пристабаф дать. И стелси разбафать. Тоже пристабаф анту дать ему. Алло. Алло. Привет. С деньгами. Че? А, ну-ну, понял. Ресторан, как и зовут, Равист. Равист. А, где он тут? Я же тут. Он в комнате, все. Three, two.
Уничтожь ты, говорит, зеленого. Юля, я справа, куда тут слева. Подавление. Уебался. Свечку сыграйте слева. Нихуя себе взорвался. Свечка справа. Первее залейте. Ебать, еще тут 3 человека в порталах. Вы мои сферки-то, ну, блин, не пиздите хотя бы там, если вы летаете. Плиз. Давление сыграйте в первую очередь. Свечка справа. Сначала свечку, потом толст. А давление. Ноги надо? На столе были ноги. ЕП забирают, спасите.
Грабят. Грабят, блядь. Заберите кнопку. Надо танков кому-нибудь. За бесплатно? Если за, ну, за бесплатно, то надо. А чё, у меня там что-то 30 сотых не хватает. Давай кольцо на ролл. Сегодня кольца выигрываю. Да, эти штаны даже никто не ролил. Просто и моды эти, и все. Так, это штаны крутые. ДК, блядь. Ну, тот, как бы, бича ДК, который. Если я на ДК забрал такие. Винсента, который. Ну да. Ну, то, что накинешь Винсент. Слава. Ну, так, ну, это все одеты, я вон бич. Бич 233. Да. А кто это вообще? Чисто за проект 25. Террарник, Юля, Викосифилис. Еще и в Бладе играет. Заходим в комнату. Только на тринки не смотри. Да я уже посмотрел, к сожалению. Давайте, всех в центр. Рарник, центр. Чем я это увидел? Минус глаза, да? Да. А чё? Плечи так надо было, что ли, одеть? Там забивыч. А? Танатос. Додик. Что-то Войт разошелся. Подбивает глыбу. Автоатака ИГП. Смотри аккуратно, не ваншотни. Там сейчас скританет у него на 45. Катрися, где ДПС? Не, Катрися, давай песню по заявкам. Тут активация по микрофону, извините, ничего не могу сделать с этим. Ты мне вот с этого не скинул, с ДКшника. Да. Скинул. Скинул? Да, вроде отнимал тут Лара. Чё, посмотрю. Там забей, ноль. Да не, вроде. Ноль ИП, отнимал, тысяча отнимал. ХП. Минус 6800. Нашел. Из этого видео мы видим, что ни хрена не понятно, но ИП меньше стало. У меня стало приора меньше, в этом просто тема. У меня приора столько же стало, кстати, класс, да? Нет, стало.